Спасибо. Я, знаете, что хочу сказать? В общем, мучилась целую неделю. Собрала все книги, что у себя и у соседки, 5 штук с картинами взяла. Все пересмотрела, перечитала. А у меня на стенах висят 2 картины. И 2 картины художника Бережного. Ушел он 8 лет тому назад, но он выставлялся на выставках. И здесь вот это написано на фанере, или я не знаю, что там такое. И поэтому вид, может быть, это и надо смотреть и издалека, и при свете, конечно. Но это «Ротание озера». И написано оно, видите, рябит вода, и облака вон затянуло небом. Это, видимо, вечерний вид. А вторая картина, написанная маслом на полотне, и там, значит, лес, и среди, сквозь леса видится зея. В общем, очень красивая картина. И только вчера, вот после того, как я вам позвонила, говорю, господи, да что ж я думаю, у меня вот 2 картины висят, я с человеком прожила. Дом сдали в 65-м году, и мы въехали туда. Ну, не сразу, конечно, познакомились. И прожили всю жизнь. Вот 8 лет тому назад он ушел из жизни. И вот Бережному Ивану Дмитриевичу посвящается. Прожили в одном доме мы бок о бок с Иваном Дмитриевичем Бережным. Чуть позже я узнала, он художник. Так 40 лет приятных рядом с ним. С семьей он на этаже жил в первом, я на 4-м со своей семьей. И по сей день живем мы дружно очень, но нет его, ушел он в мир иной. Художником отменным, рыбаком был, прекрасным человеком и отцом, соседом и ответственным, и светлым, с приветливым, улыбчивым лицом. С мольбером уходил в лесные дебри, но больше зея, зейские огни. Мне 2 картины подарил на память, теперь вдвойне, так дороги они. Писал он натюрморты и пейзажи, зазейские луга и островки, ротание озера и рыбалку, примкнувший домик около реки. Там, где вода, там непременно лодки, и возле суетятся рыбаки, а рыба вот такая и чуть больше. Пейзаж прекрасный, щуки да леньки. На выставках бывало не однажды, амурскую природу я люблю. За 80 с красками дружил он, художник, от души боготворю. Спасибо.